Всем привет, Blender 2.81, и тема вот такая: как вот изменить позу вот этой вот змеи. Вообще хотелось бы ее анимировать, но если вставляешь кости и делаешь, допустим, би-кости, все ломается, все как-то не так с ней происходит, и анимация получается ужасная. Но она движется, конечно, все нормально. Этот вопрос буду еще думать, искать. Но в процессе вот именно вам нужно что-то сделать, изменить рог, там искривить, или вот опять же змее придать какой-то вид изогнутости, что может помочь. Давайте семерку на нампаде, и здесь нам поможет курва кривая без е. Вот ее вставляем, переходим. Так, режим редактирования, R английское, перекручиваем вот так, и можно теперь ее вот вытягивать. E, вот так вот, E, E и E. Теперь нам нужно выровнять вот эту курву. Вот ее всю выбираем, находим контрольные точки и находим пересчитать нормалии. Вот выровнялась наша курва. Теперь что нужно сделать? Нужно зайти в объектный режим, найти вот нашу вот эту змею, немножко ее тут G поравнять, и теперь заходим в модификаторы, добавить модификатор кривая, вот так, находим здесь в настройках, уже ставим кривую, наша змея вот изменила свое направление, и поиграем по осям, посмотрим, что да где она находится. Ну вот где-то в таком духе Y. Так, по X она не хочет, по Y, по Z, по X и Y. Вот она пойдет уже. Так, теперь заходим в Select Box, заходим в режим редактирования, смотрим что да как. Нажимаем объектный режим, находим курву, заходим в режим редактирования. Находим сегменты и подразделить. Все это дело подразделяем. Смотрим теперь, что вот если взять вот эту вот вершину, вертекс и G, вы видите, что змея начала менять свой внешний вид. Вот так ее можно искривлять. Также можно искривлять любой другой предмет, рог. Ну и так далее. Ctrl-Z. Выбираем вершину. Жмем, допустим, G. Можно использовать R. Вот так вот. И это можно тоже R. Вот перекручивать можно. Также можно G это все дело вот водить вверх в бок. Также все это мягче еще перекручивать. Вот эту тоже можно перекрутить. Вот эту тоже. Вот так. И вот эту немножко приподнять. А эту немножко G вытянуть в эту сторону. Вот так. Также можно поступать с хвостом. Здесь где-то что-то поправлять. Смотрим с разных ракурсов. Так, это вот таким образом можно делать. Где-то приподнимать R, где-то припускать. Смотрим, что тут еще. Вот эти вот курвы можно выбрать. И G уже вот голову приподнять. Здесь тоже можно что-то сделать вот в таком духе. Ну и немножко R где-то что-то подкрутить. Вот так. Также можно в N-панель зайти, найти трансформацию, выбрать вот так вот курву, среднее кручение, допустим, прибавить. Вот вы видите, что выкручивается. Уменьшить, прибавить кручение можно. Также можно по оси Z приподнять, по оси Y передвинуть. Так, средний радиус. Вот можно ее надуть. Вот так увеличить.
Какая сопля будет. Ужас. И Ctrl-Z. Ну, словом, вот так все это дело тут меняется. G. Вот все подкручивается, настраивается. И вот можно сделать уже змею где-то, накрутить на ветку таким образом там, или еще куда-нибудь направить. Ну, вот так вот. Можно опускать, можно поднимать. Вот, допустим, если кобру делаете, то вот таким вот образом можно ее тут регулировать. Вот, изгибать как-то. G. Бросок ей делать. А вот анимация таким образом не пишется почему-то. Если кто-то знает, как в анимацию вот это все дело запихнуть, то подскажите, пожалуйста. Очень хороший способ, вот именно для змей. Можно тут хорошо все это дело заанимировать. Ну, вот такой способ. Вот такая змея, вот так все изгибается. Радиус можно здесь 90 поставить, 180, допустим. Вот она изгибается на 180 уже. Если всю поставить на 180, то будет вот так вот все изогнуто. И нужно будет уже поправлять. Или наклон здесь уже регулировать. Среднее кручение уменьшать вот так вот. Все, всем пока, до свидания.